Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Управляющая компания Ленинского района вернула кировчанам 1 миллион рублей. Эти деньги жильцам дома по улице Чапаева, 5/1. Как выяснили сотрудники прокуратуры, были начислены незаконно. Больше года кировчане получали квитанции от двух организаций одновременно. Управление домом осуществляла компания «Жилсервис Плюс». При этом управляющая компания Ленинского района также рассылала жильцам дома квитанции. После вмешательства прокуратуры УК Ленинского района вернула кировчанам плату за коммуналку на сумму свыше 1 миллиона рублей. Дайджест недвижимости. 93% кировских домов подключены к отоплению. По словам городских чиновников, в квартирах жителей 4000 домов уже стало тепло. При этом кировской теплоснабжающей компании потребуется еще несколько дней для нормализации работы систем отопления в разных микрорайонах города. В свою очередь, управляющие компании, по словам сотрудников КТК, должны провести наладку внутридомовых систем, отрегулировать подачу тепла и выпустить воздух. Также сейчас идет заполнение системы на теплотрассе, которая была перенесена из-за строительства спорткомплекса на улице Воровского. Напомню, подрядчику компании «Модоспорт» пришлось перекладывать сети, так как объект был возведен прямо на них. Из-за этого затянулся срок подачи тепла в соцобъекты и жилые дома, находящиеся в районе застройки. Один из детских садов даже закрыли из-за холода в помещениях. В горадминистрации обещают, что подключение отопления в этом районе начнется уже 29 сентября. По графику КТК все дома Кирова должны к выходным получить теплом. Дайджест недвижимости. Киров попал в топ-10 самого доступного арендного жилья. По подсчетам специалистов, российские семьи тратят на съем жилья от 14 до 35% своего дохода. В Кирове этот показатель один из самых низких по стране и составляет примерно 16%, при том, что в расчет брались не только региональные, но и районные центры. Самые дешевые съемные квартиры можно найти в Нижнем Тагиле. Средняя ставка на однокомнатное жилье там 8200 рублей. На втором месте Пенза. Снять однушку там можно за 8700 рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Стерлитамак. Квартира там дешевле 7300, но зарплаты ниже, а значит и семейный бюджет меньше, сообщает Домлента.ру. Также в десятке лидеров Курск, Курган, Магнитогорск, Саранск, Киров, Вологда и Волжский. В Кирове съем однокомнатной квартиры обойдется 8500-9000 рублей. Средняя зарплата в регионе 24700. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.